украсть. Ни хрена себе, просто по яйцам не дала. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, ребят, я приглашаю вас в школу. Обратно в школу. Знаете, бывает, когда ты уже закончил школу, снится такой сон, что ты снова в нее вернулся, и тебе надо какие-то экзамены решать. В общем, сталкиваться со всеми школьными проблемами. Так вот, игра Сайко но Сутоко предлагает нам вернуться в школу обратно, хотя, может быть, кто-то из вас даже еще пока и не окончил, поэтому, если у тебя выходной сейчас, то нет у тебя выходного, ты снова в школе, понял? Короче, это игра про девочку-школьницу, которая преследует нас с вами, потому что она одержима нами настолько, что хочет грохнуть. Посмотрите, какие похотливые, какие влюбленные и в то же время кровожадные глаза у нее. В общем, эта игра своего рода Грэнни, в то же время это симулятор Яндери. Яндери — это японское понятие, которое означает, ну, как я понял, девочку, которая настолько влюблена в вас, что хочет убить. И вот такие вот дела, и сегодня мы будем с вами играть в это. Давайте выберем уровень сложности. Яндери. О, это самое легкое, да, получается? Обычный, сложный. Янгири. Ой, ё-моё. Страшно, это страшно. И кошмар. Ладно, знаете, я думаю, сейчас мы не будем прыгать выше головы. Давайте попробуем сложный. Я думаю, разберемся. Не, давайте обычный. Ладно, не знаю, короче, давайте обычный попробуем. Я просто ни разу не играл в эту игру, я не знаю, что меня ждет, насколько сложная она будет. Идти, бегать, использовать, запереть и присесть. А есть кнопка запретить меня убивать? О, нет, мы уже в плену. Сэмпай, ты очнулся? Я так рада, что вы в порядке. О, сэмпай, в какой-то момент я испугалась, что такая доза снотворного убьет тебя. Но ты выглядишь здоровым. Какое счастье. Ты же знаешь, я не сделаю тебе больно. Ты врешь. Но она сделает. Но если ты будешь хорошо себя вести, вы не встретитесь. Кто? О ком она говорит? О своем альтер-эго? Эй, сэмпай, ты ведь мне очень нравишься, так что с чего бы мне отпускать тебя? Чтобы ты бросил меня ради кого-то другой? Я не допущу этого. Нет, я не могу этого допустить. Она уже с ума сходит сразу. Ты спровоцируешь ее. Я ничего не делаю, я просто сижу. Она вырвется на свободу. Я этого не хочу. Привет, сэмпай. Давненько мы не виделись, да? Соскучился? Я тоже по тебе скучала. Какой чудесный нож. Давай повеселимся. Обожаю с тобой играть. Может, отрезать тебе язык? Пожалуйста, мне еще со зрителями болтать. Или лучше пойти убить того паренька, с которым ты болтал. А ком она? А может, стоит убить его прямо сейчас? Да, иди, иди убей. Он как раз ждет меня в другой комнате. Еще один заложник? Все будет хорошо, не волнуйся. Я отрежу тому парню голову. Это та голова, которая была на заставке. И сразу же вернусь. Жди меня здесь. Это наш шанс, нельзя сидеть сложа руки. Давай, встаем. Мы можем зумить. Не знаю, для чего нам это. Есть. Давай, открывай глаза. Все, отрезают. Что это? Вы ничем не больны. А, это ХП, хорошо. Он идет? Как присесть? На что я присел? На Ctrl. Она ведь не придет сейчас сюда? Только рубильник находится в кладовой. Это стрёмно, она просто смотрит. Теперь вы можете собирать страницы. Я какую-то страницу взял. Она... Черт! Черт, 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 закрыть дверь. Ой, я не успел закрыть дверь, надо удерживать, получается. Она бежит за мной. Ой, блин, 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 давай, беги, 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 беги. У меня есть стамина, нет? Стамин нету. Смотрите, все в крови. А что это за книга? Библия, надеюсь. О, как она неприятно себя ведет. А, так, валим отсюда. Валим отсюда вниз. Мне нужно в кладовую. Я не знаю, где в кладовой находится. А! Закрой, закрой. Блин, тут нельзя так просто бежать и закрывать. Смотрите, какой-то ключ. Вы нашли ключ от двери 03. А, черт. А, чертов стул. И закрыть и убежать. Дверь 03. Слушай, какая она проворная! Я не знаю, что мне надо делать. О, боже мой, как она близко! Все, закрыли? Окей. Сейчас мы здесь оббежим. Скорее. Ключ от выхода лежит в сейфе. Найди код. Ключ от кладовой в сейфе был написан, да? А какой сейф? Где сейф? Надо закрываться обязательно. Может быть, еще шторы задвинуть? Сейчас она точно не знает, где я нахожусь. Может, закрыться здесь? Блин, как громко! В общем, у меня есть ключ. И есть эта тетрадка. Все, давайте выходим. Присели. В общем, если она смотрит в окно, она может меня увидеть. Поэтому... Все, она не видит меня. Отлично, я прошла мимо. Это мой шанс порыскать здесь как следует. Найти что-нибудь. Блин, 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 сейчас увидят. Да как ты? Стой, стой.
Нифига себе трюки она умеет делать. Сюда. D2. Стоп. D2 был. Это был D, а не 0. D1, D2. Вон там D3. Как это жутко. Как же это жутко. Хорошо, мне нужно сделать круг. Побежали. А, не получится так. Ну ладно. Нет, получится сделать круг. Черт возьми. Я тебя накажу. По-моему, она еще страшнее стала. Растяжку сделала. Тут есть карты этой школы где-нибудь? Ну, блин. Смотрите, как неприятно. А если я так спрячу тоже? Мы будем переглядываться, нет, не будем. Мне нравится ее поведение здесь. 5 за поведение. То есть, получается, она здесь может засаду устраивать и вот эти растяжки. Вот здесь. Оп! Нифига себе. Да, она засаду умеет устраивать. Я тебя вижу. Ты же понимаешь, что я тебя вижу? Я вижу эту растяжку. Камера. Ладно, стой там. А мы тем временем порыскаем. Нет ничего? Кстати, мы же уже здесь были. Я думаю, если я быстро бегаю, она слышит, где я нахожусь. И может устраивать мне засаду. Ты... Сюда. А, нет, 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 нет. Зачем ты это сделала? Не имело смысла никакого. А, боже мой! Кацанул на 10 хп! Ни хрена себе! Офигеть, она изощренная здесь. Я так понимаю, с уровнем сложности она делает все больше и больше отвратительных вещей со мной. Нужно найти D3. И здесь растяжка! Ну, у меня нет выбора. О! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Что ты отняла у меня? Отдай. Отдай, сказал. Вы видели, что делать? Стой! Отдай, пожалуйста. Ну, пожалуйста, я тебя поцелую. Оп, украсть. Ни хрена себе. Просто по яйцам мне дала. Ты правда думаешь, что сможешь сбежать? Думаешь, ты сможешь сбежать? Мы меняемся с ней. Это очень прикольно. Где ты? Вот ты где. Ключ отдала? Она не отдаст мне ключ. А че я не могу бежать? Сунайдекре, я сказал. Вот, я могу бежать теперь. Где-то, вот он ключ. Стоп. Закрываем. Ой, блин, как быстро она открыла. Где же этот чертов корпус? Боже мой, это безумие какое-то. Что, это раздевалка? Выход закрыто. Мне потребуется ключ. Вот моя главная цель. Она кинула в меня нож. Она кинула в меня нож. Быстрее, D3 есть. Используй. Давай. Отлично. Где-то здесь будет то, что мне нужно. Я не знаю, правда, что мне нужно. Закрыться. Так ты громко это делаешь. Кстати, это не книжка, это просто обложка. Мы можем найти 7 страниц. Я не знаю, правда, для чего эти страницы мне нужны. Скорее всего, я какой-то пазл соберу. Аккуратненько. Зачем нам нужно было открывать эту комнату? Тут по-любому что-то важное. Вот еще же эти ящички мы можем открывать. Ничего здесь нету. Вы хотите мне сказать, что я просто так сюда зашел? Просто так нашел этот ключ? Не надо, ну зачем? Ну, ты плохой человек. Блин, я не знаю, как теперь. Придется коцаться об эти осколки, видимо. Какая она быстрая! Она закрылась. Сволочь, чертовы удери, она закрыла дверь за собой. Что я должен сделать? Отойди! Я не знаю, что мне делать. Что мне нажать? Да, помилуй, она меня душит. Отойди, дай фору. Пожалуйста. Нифига, я ускорился. Это мой шанс. Черт. Что она сделала? 65 хп все еще. Она меня тащит куда-то. Блин, эта игра такая непредсказуемая. Куда ты меня несешь? Стой, погоди. Ради бога, я возьму это. Пожалуйста, уйди. Может быть, я могу пнуть? Офигеть. Вот, отошла. Ну ладно, я пройду. Надо каждый кабинет обследовать. Абсолютно каждый. Ничего нету. Есть! От двери C1. Тихо, спокойненько. Какого дьявола? Кто это сделал? Кто-то меня пнул сзади. Встаем, мужик! Встаем! Почему ты упал? Я реально не понял, почему я только что упал. Просто споткнулся, походу. Эта игра прям читает мои мысли. Я всегда мечтал об игре, где можно спотыкаться. Пока только одна игра такая была, это Death Stranding. Смотрите! Вы надели обувь, она защитит вас от осколков. Стекло есть! Электрощитовая. Что-то здесь хорошенькое есть. Так, используйте нижний переключатель для подключения к сети. Я понял, что нужно сделать. Желтый, зеленый.
Загадка решена. Есть! Тут свет! А он на мне обувь, понятно? Да чтоб тебя! Сейчас она меня грохнет! Она слишком долго меня тушит! 8 гребаных часов спустя! Нужно подзаправиться чем-то! Нет, пожалуйста! Подожди меня! 1 хп оставила. Подбирай ключ. Я предупреждаю тебя, сэмпай. Это игра дает шанс. Надо вернуться обратно. Я не знаю, правда, куда. Беги, мужик. Она в порядке. Это еще нормально. Вот она, вот это место. Сейчас подзарядимся. Вы ничем не больны? Я ничем не болен? Что ты хочешь этим сказать? Как это я ничем не болен? Я охренеть как болен. Вы нашли ключ от двери офис. Ключ от выхода лежит в сейфе. Найди код. Вот в этом сейфе он лежит. А, я могу только один ключ за раз носить. Так, мы можем видеть, где она находится. Ее пока нигде... А, это мой кабинет. Вот она. Не понимаю, где это она. Хорошо, сначала надо применить ключ C1. Уж потом только искать остальное. А, так она стоит вот здесь, на входе. Пожалуйста, пожалуйста. Го. Нет, уходи. Нет, пожалуйста, я не хочу умирать, я столько бегал. Пожалуйста, есть. О, это что-то такое интересное. Это что-то такое важное. Я не могу взять это. А, нет, все. Хана. Каким я себя беспомощным ощущаю здесь. Все, есть. Кью, я. Я вырвался? Слушай, дай, пожалуйста. Я тебя умоляю, будь хорошей девочкой и дай... Ну, я тебя просто сейчас пну. Я тебя пну. Отдышка. Так, все, я не могу даже бежать уже, все. Ну, я не могу бежать. Это нечестно. Ой, я избавился от нее. Что это? Вы ничем не больны. Как страшно. Что тебе от меня надо? Это твой последний шанс. Я не понимаю, она настолько непредсказуемая. Я не знаю, когда она меня убьет. Когда сдаваться? Никогда не сдаваться. Я побежал, хорошо? Что-то все застряло. Опа, вы замедлены на 12 секунд. Да я валяюсь. Это не просто замедленно, а просто лежит как жалкое говно. О, нет. О, нет. Все. Проткнули меня. Охренительная игра. Конечно же, начать заново. А это что такое? Это первая страница. Это рисунок. А можем включить? Вам нужно возобновить питание в электрощитовой. Офис. Ищем офис. Ой, это душевая. Ой, это туалет. Чего? Черт! Кинуть ее! Нате! Ой, это сработало! Нифига себе! Мы не можем бегать просто так. Нам нужно сразу все делать, выполнять. Есть! Она всегда приходит сюда, когда я включаю щиток. Что это? Да я думал, ты бейсбольная бита, я смогу ударить. А, я прожжелся по стеклу, нет. Здесь компы, и что-то по-любому полезно есть. Так, щипет. И последний, вот, что-то есть. Пожалуйста, что я взял? C2, закрыть. Нормально, так меня прокоцали. C2. Слушайте, я понял, что надо оставлять обязательно двери открытыми, чтобы мы понимали, куда мы зашли, а куда мы не заходили еще. Мы на крыше. О, как интересно, здесь еще и крыша есть. А, вот еще один рисунок. А книжку-то мы выбросили. И еще один рисунок. Блин, сразу так тихо стало. Только я сказал, стало тихо, как стало громко сразу. Си! Отлично, мы проникли сюда, наконец-таки. Быстренько шаримся. Нет ничего. Боже мой! Аж спина заболела. Это все? Зачем мне его голова? От нее никакого толка нету. Стоп, это подсказка! Это Это ключ от сейфа. 7, последняя цифра. Но я... Зачем ты выключила свет? Ну, включи обратно. Как мы близко были. C3, забегай. Так, а здесь ничего не написано. Здесь просто одни иксы. Быстренько. Ключ. Ну, будь ты нормальным человеком. Так, А1. Классы А. А1 есть. Вторая цифра 2. Запоминаем. Вторая 2, четвертая 7. Стой. Зачем ты хочешь со мной иметь дело? Да чтоб тебя, почему я упал? Куда ты меня тащишь? Благо, у меня ничего не было. Она играет со мной в прятки, да? Да, она считает. Что это? D1. О, блин, демон сатана вселился в нее! Открой, она заперла меня! А, она кинула меня нож! О, боже мой! Ты паника, Евгений, не паникуй! Все, стоп! Соберись! Включи свет! Может быть, демон уйдет! Все, отлично! Что это накинуло? А, это растяжка. А, здесь растяжка была. Какой ключ? D1. Тапки! Есть! Все, мы неуязвимы теперь. Вот здесь спускаемся. И оказывается, да! D1 нам нужен.
Есть! Так, смотрим. Она меня увидела? Она меня увидела. Ладно, придется снова бегать. 4, 2, 7. Осталось еще одну цифру. Быстрее. Здесь ничего нету. О, боже мой. Ключ. Что за ключ? Б2. Давай. Есть. 4, 2, 7. Слушайте, а может быть на бум просто подобрать на бум и все, и убежать? Растяжка. Давайте прям уберем. Пока мы здесь. Встаем, чел. Куда пошла? Сейчас попробуем на бум. 4, 2, 0, 7. Нет. 1, 7. Нет. Ладно. Б. Где у нас Бшки? Это А. Вас клонит в сон. Серьезно? Серьезно меня клонит в сон сейчас в такой ситуации? Она же здесь. Как ты можешь хотеть спать? Быстро проснулся. Нет, еще и спать лег. Упырь. Нет, меня поймали. Надо в Б2 вернуться. Просыпайся, давай. А, это не просыпается, это... Она тоже уснула. Ты сумасшедшая. Ты просто сумасшедшая. Медкабинет. В медкабинете я смогу вылечиться. Вы восстановили ХП. А это что? Это нам сюда не надо. Или надо? Черт! Здравствуй, Б2, так давно тебя не видел. 4, 2, 8, 7. Есть! Возвращаемся обратно к сейфу. Как близко она была. 4, 2, 8, 7. 4, 2, 2, 8, 7. Есть! Выход! Есть выход! А где выход? Внизу где-нибудь. Черт! А у меня тапки есть. У меня есть тапки. Вот здесь выход по-любому. Давай! Давай! Есть! Быстрее беги, чувак! О, мочи закрылись. Да блин, да, стекло же! Нашла! Ты уже на улице! Есть! Такое лицо у чувака. Есть. Сумасшедшая дрянь сдохла. Отлично. Есть! Победа! Да! Что мне очень понравилось в этой игре, так это непредсказуемое поведение девушки. И сама, знаете, сам контекст этой ситуации, он очень сильно напрягает, потому что тут замешаны какие-то настолько безумные чувства этой девочки к нам. Это не просто маньячество, это супер-левел маньячества. Я не знаю, что это такое. Я бы не хотел никогда встретиться с похожим человеком, который бы испытывал нечто подобное ко мне. Нет, спасибо. Что вы думаете про этот видос, друзья, про эту игру? Хотите ли, чтобы я сыграл еще раз, но уже на более высоких уровнях сложности? Если да, а еще вы считаете, что этот видос превышает, то ставьте палец вверх, чтобы я понял, насколько этот видос превышает. Я сейчас подумал, что не хватило в конце дробаша получить, чтобы убить ее самолично, как мы это делали с Грэнни. Но при этом чувства от этой игры такие же яркие, если не ярче. Короче, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать никакое видео, которое у меня здесь будет выходить. Ну а с вами был Юджин, и всем 5!